Вода как категория очень востребованный продукт уже, слава богу, у нас. А метод вот ее получения через фильтр, никто не знает. Хотя он самый эффективный, самый эффектный, самый дешевый на самом деле, да. И это наша работа — рассказать о том, почему это нужно. То есть вода из фильтров, она стоит намного дешевле, чем вода из бутылки. И вы получаете тоже качество воды, иногда лучше качество воды, чем покупаете в бутылке. Но цена этой воды 12-15 копеек, в то время как, когда вы покупаете воду в бутылке, вы платите, ну, в самом лучшем случае, вы платите гривну за литр. И да, это семейный бизнес, который начал развиваться непосредственно в год образования Украины, развала Советского Союза, как такой инженерный бизнес по обслуживанию в то время предприятий пищевой промышленности, энергетики. Мы разрабатывали технологии для очистки воды в пищевой промышленности и в энергетической промышленности. Специализировались и продолжаем специализироваться в таких трех основных сегментах нашего рынка. Это мы делаем фильтры бытовые, о которых мы говорили. Мы делаем системы коммерческой водоподготовки. Это оборудование, которое ставится либо на весь дом, либо на кафе, ресторан, гостиницу, небольшое производство. И чистит воду там. И третье наше направление — это промышленная водоподготовка. Это работа с серьезными промышленными компаниями большими, где вода является, по сути, сырьем. Это электростанции, тепловые, атомные, это химические производства. Мы разработали несколько технологий, которые мы много лет продвигали на украинском рынке, на международных рынках. И, наконец-то, эти технологии получили свое признание. И ну, последние 5-6 лет мы очень активно работаем в Европе, в Соединенных Штатах, на Востоке. Делаем продукт, который всегда пищевой, всегда чистый пластик, всегда хорошие материалы фильтрующие, потому что мы играем в долгую. Мы хотим, чтобы покупатель приходил еще и еще. Много инвестируем в свою группу, которая занимается технологиями, развитием. Это большая команда, которую мы привлекаем, продолжаем привлекать выпускников политеха. И мы готовим их там, мы готовим их уже тут, когда они приходят к нам на работу. И здорово, что им интересно, и что они с удовольствием, в общем-то, находят себе применение в нашей компании.